Дорогие друзья, сегодня мы пишем Гурзуф, вот эту Гурзуфскую бухту. Впереди Медведь-гора, романтические скалы Адалары. Бухточка вот эта, где Коровин писал свои картины. В общем, классика. Как всегда, мы смочим холст. Вы видите, часть пейзажа попала в тень и высветлена сейчас остатками солнца. Только гора и скалы вдали. Это мы и постараемся заметить. Ультрамарином наполним теневую часть. То есть сразу ее отнимем в тень. Подгрязним, может быть, коричневым, поскольку там зелено. И какие-то проблески синего останутся. Теневые вообще не любят густую краску, поэтому здесь не будет густоты. Вся густота будет на освещенной части картины, куда мы активно заложим белила. Кисть вот в чем была, в том и продолжаем ее. То есть вот тот же ультрамарин, просто в разбеле. Потом уже добавим бирюзовенький, где он пригодится. Значит, вы видите, пока кисть в том же, в чем была. Тут и ультрамарин, и немножко коричневый. Нагнетаю белила. Значит, еще раз, теневая недолюбливает густую краску, и здесь мы практически заливочкой сделали. А здесь нагнетаем белила, плотность краски нагнетаем, поскольку освещенные части, наоборот, нуждаются в густоте и плотности вещества. То есть вот мы отделили буквально одну часть от другой. Теневую отделили от световой. Краска шла с разбавителем, вы видите, поэтому немножко мокровато. Но здесь на солнце она быстро станет. А, еще очень важную вещь хочу сказать. Это начало шестого, 5 часов 15 минут примерно. Ну, чтобы вы ориентировались, на какое время и вам стоит выйти на эту площадку. Муречку можно поддать немножко голубизны. Голубизны. Там есть некоторая голубоватость дали. И на переднем плане слегка проявляет себя бирюзовая. Подложим и это. Как всегда, морю мы кладем несколько больше вещества для того, чтобы множественность колебаний как-то выразить.
И вот видите, я чуть гуще кладу. Очень горизонтально. Для того, чтобы это было прямо стол воды, вы видите, вода прямо лежит. Никаких колебаний. А если есть незначительные колебания, то они только легенькими намеками на полосочки. Легенькими вот здесь вот закругляющимися. Чуть-чуть обозначены. Чтобы набрать гору, мы возьмем кадмий красный свет. Вы видите, какой там такой ржавенький немножко цвет. Кадмий красный светлый, немножко коричневого, наш Марс коричневый, темный, прозрачный. И вот все, что здесь выходит на... Можно и синеву чуть-чуть добавить, с розовизной будет такой сиреневый цвет. Скалам он очень приличен. И я как бы сначала пытаюсь сделать композицию главных пятен. Скала не уходит в самый горизонт, она ближе. И это тоже стоит показать. Главная гора, вот эта вот Медведь-гора, самый горизонт не упирается, как многие делают ошибку, когда рисуют дальние горы. И лучше сначала ее в пользу синевы, она зеленая. И, может быть, вы на камеру видите ее зеленоватый цвет. Но лучше сначала дать в большей степени синеватый, чтобы она точно отвалилась туда, вдаль. Чтобы она точно засела вдали. Синеватый цвет ее отбросит вдаль. И вы видите, что сама тень от нее, сама, вернее, не отражение, а не тень, а отражение от нее почти сомкнулось с самой горой. То есть как некое единое пятно. Грязноватое отражение. Туда подмешался и цвет воды, и цвет самой горы. И видите, какими крупными плоскостями, грубовато. Но вертикально в данном случае, поскольку это отражение в стоячей воде, отражение обычно вертикально. Вы видите, синеватый характер я стараюсь придать зелени на горе. Даже если бы она была бы откровенно зеленая, и глазу видна была бы как зеленая, то, что она вдали, вынуждает художника сделать ее синеватой. Ну а теперь немного коричневого к синему. И вы видите, цвет зеленеет.
Хочу обратить ваше внимание, что когда вы будете делать силуэт горы, лучше сначала сделайте узенький силуэт, а потом по чуть-чуть раздвигайте его пределы, уточняя. Если вы сразу обозначите линию горы по макушке, скорее всего, вы не попадете. И потом, она в итоге, уточняя ее, вы можете дойти до верха. И это ни к чему, это будет просто некрасиво. Видите, краски одна в другую вписывается, вмешивается, и это что-то уже рождает, что-то живенькое рождает. Мастихин с его штриховательными способностями, вы видите, достаточно плоскостно, достаточно мощно добирает основные пятна. Мало того, кисть сразу принуждает нас прорисовывать, а мастихин наоборот не хочет прорисовывать и вынуждает нас быть приблизительными, что для живописи очень вкусно, сладко. Там первый намек на облачность, поскольку вечереет, и какой-нибудь небольшой акцент. Чтобы оно не было однородным и односложным. Хотя там вы видите однородно и односложно на природе. Чуть-чуть я эту однородность разбиваю. А вдали виднеется нежная бирюзовенькая полоса. Как бы открытого неба. И ее туда загоним. Грязновато-синеватое отражение. Штрих по вертикали, чтобы показать стоячесть воды. Отражение в стоячей воде нарочито вертикально. Можно даже вспомочь пальцем. Ну, а сейчас освещение поменялось. Наоборот, гора не освещена, а передний план освещен. Но мы уже действуем первоначально. В любом случае, последние остатки света будут именно на горе. А вот эта бухта уйдет в тень. Сиреневатость можно подогнать в зелень, в эту зелень. И она там угадывается. Часто художники преувеличивают
то, что только угадывается. И это по-своему здорово обогащает картину в цвете. И вы поступаете так же. Густой краской удобно положить скалы. Камень любит густую краску, мастихин любит густую краску. Вместе они, вы видите, хорошо срабатывают. Вы видите, я не полностью все ушпатлевываю на горе, а такими лоскутными чирками по направлению свисания вот этих скальных лысин, плешей. И вот скала уже выглядит освещенной. Сейчас у меня произошла некоторая композиционная, даже не ошибка, а такое вранье. То есть я устраивал вот эти пятна, чтобы они красиво выглядели. А относительно этого пятна скала Адалара, она чуть дальше, вот сюда куда-то. Вернее, она вот на этом расстоянии. Но относительно этого носа чуть дальше. Но я сделал вид, как будто я чуть ли не с разных ракурсов пишу, для того, чтобы эти скалы стали участником центральной части композиции, чтобы их не отнесло в сторону, а это не загнать слишком туда, как если бы я все повторил. Ну и в итоге некая выгодность композиции происходит. Вы видите, краска живая, ее очень легко промоканием буквально снять с холста. Вытираем после этого руку в тряпку, палец в тряпку. И снова продолжаем уточнять. Под ними тоже отражение. Висячее отражение. Попробовав выполнение задачи с натуры, с нашего видеоурока, вы сможете похожие задачи потом самостоятельно тоже
писать уже без серьезных проблем. Видите, густую красочку я задействовал, чтобы показать освещенный характер скалы. Светлые партии, напоминаю, любят густую краску. Чиркательное прикосновение дает рваный характер мазку, и все это становится достаточно выпуклым, сложным по структуре. Чуть-чуть подсунем архитектурку, более геометрично, чем скалы. Поскольку эта часть была в тени, я помню, что она внятно была темнее, чем все это окошко освещенности. И мы дождемся скоро, солнце все-таки сядет и укроет тенью именно вот эту часть. Поэтому немножко подождем, прежде чем выписывать. И можно сейчас пока повыписывать вот эту освещенную площадку на переднем плане, которая несколько заслоняет второй план. Она суховатенькая, солнце уже сбило нарядной зелени, сделала ее желтоватой, но для картины это только выгодно. Шлепками по холсту добиваемся ощущения множества. И как вы видите, тоже густая краска освещенные части выявляет. Сделаем даже вид, что площадка, ну как она собственно и есть, но вот что она уходит вот туда. Буквально оранжевый цвет. Это желтый с розовым, с красным, с любым, что вам попадет под руку. Очень яркое по освещенности. Здесь вблизи стоит мощный кипарис, но можно кипарис вычленить, один из тех, которые вот там где-то чуть с бугра подтарчивают, а этот крупный проигнорировать, чтобы он у нас невкусно не отнимал эту часть. И пусть кипарис у нас живет, скажем, вот здесь, со всеми его
проявлениями света и тени, которые мы на нем видим. Но чуть ниже его поставим. Тоже чуть-чуть подхитрим. Он очень зеленый, прямо откровенно травяной зеленый. Вы видите, тоже маканием мастихина добиваемся фактуры, которая ему свойственна. Желтый, голубой ФЦ дает этот нарядный цвет. Особенно при этом выделим макушку вот этой желтой зеленью, чтобы было ощущение садящегося солнца, которое освещает уже только макушки. И вот эта щель останется, щель ухода в пространство. Еще раз скажу, чем хорош пленэр для художника. Не только тем, что мы как бы очищаем палитру, созерцая настоящую природу, но и тем, что здесь на пленэре некогда подумать, некогда порасслабляться. И мы вынуждены работать быстро и обобщительно. Учимся врать на ходу, то есть преувеличивать, что потом очень пригодится в домашней работе уже с фотоматериалов и по представлению, по памяти. Здесь еще симпатичное деревце растет. Можно и его чуть-чуть, вернее, росло, оно посохло, но оно нам прикроет дальник, который рябит архитектурой, и нам не очень выгодно рисовать архитектуру, особенно новичкам, может быть, трудновато будет обобщить все это. Поэтому здесь мы водрузим еще и лиственное деревце. Вот такую, то ли сливу, такую алычу, чисто крымское проявление. Вот. И это дерево посохло, там что-то немножко листьев, а соседнее имеет листья. Вот оттуда мы и возьмем чуть-чуть этих листьев. И как раз вот эта вот мелочь, лиственная мелочь, чуть-чуть поприкроет нам дальник, который мы не очень хотим, вернее, вот этот вот насыщенный мелкой архитектурой кусок, который нам не очень выгодно выписывать. Там у нас есть еще поля какие-то, которые стоит обозначить. И тоже они в рамках этой тени, поэтому синька, которая тут же подмешивается, очень на руку нам. И кроме синьки, нам выгодна сиреневинка в этой теневой. Сейчас стало очевидно, что выгоднее, чтобы, ну вот глядя на, опять же, на натуру, стало очевидно, что выгоднее эти скалы сделать темными, как они сейчас есть. Тогда это выразит силуэт переднего плана, отделит внятно от дальника, не только внятно, но и
интересно отделит. Итак, вот эти две скалы мы делаем тоже в тени. И остается на свету только вот тот кусок. Тоже для некоторой выделенности. Полосочки воды. Конечно, у всего этого будет только этюдный, не картинный характер. Но мы уже с вами обсудили в нескольких фильмах, зачем нужен этот этюдный характер для нас с вами. Красочка начинает становиться уже суховато и несколько удобнее ею не поливать. Темновато здесь, но не глухо этот темный. Я чуть-чуть замесу голубая, коричневая и чуть-чуть зеленцы. И еще и добавляю белил. Появляется такой седенький. Сизый цвет. Хотя в нем есть зеленца, но она не так выражена, как зеленый переднего плана. Если смотреть на зеленый, вот скажем, на зеленое вот это деревце, то зелень вот это действительно кажется не зеленью, а чернявенько. Сизого цвета. Хотя если прямо смотреть на этот кусок на пленэре, он кажется зеленым относительно соседних пятен. И это очень важно научиться различать, замечать.
То есть научиться замечать цвет относительно других цветов. Так же, как здесь, не зеленый. Это едва ли можно назвать зеленым. В нем есть даже фиолетовизна. Разбел фиолетовизны, что дает этому цвету дальность. То есть сизость воздушной массы, которая отделяет нас от этой зелени, делает его грязным. Грязным и, что очень важно, сизоватым. А сизость, она сиреневит, розовит. И тогда вот то, что ближе, все более становится зеленым. И тогда появляются уместности. Похожим образом справляемся с зеленью и здесь. Мало того, вот эти вот залитые ультрамарином места можно почти такими же и оставить. Чуть снабдить их содержанием в виде намеков на архитектуру, которая тоже не белая, хотя кажется белесой. Это грязноватые проявления фиолетовости, коричневости, ну и белости тоже. Вот такое что-то, вот такое. Все, смешиваясь со всем, рождает вот этот тенистый, общий тенистый характер. Красненькость крыш. И даже храм можно чуть-чуть более внятно выразить, поскольку храм, поскольку это красиво. Это тоже пятнышко. Утопающая в зелени. Вот даже сейчас купола. Вот я его пишу сейчас, а там как раз купола прозвучали. То есть это мозаика, пятнышечек. Чуть крупнее, чуть мельче, чуть крупнее, чуть мельче. С окошечками. Окошечки можно вот так вырезать.
Можно потом дома чуть-чуть поправить красочку деликатненько, чтобы куполочки приобрели купольный вид. Лодочки. Как еще лодочки уложить, как не ребром, вы видите, ребром мочить. Еще какие-то здания. Там есть крупное, появилось недавно здание каких-то апартаментов. Может быть, их проигнорировать, чтобы они нам не заслонили тут весь. Пейзаж. Море выходит. Не, не выходит. Море — это просто красивое арочное сооружение, которое над морем значительно. Ну, мы его тоже покажем сейчас. То есть помните, что вы на этюдах, не с целью написать картину вышли. Вы должны взять настроение только. Все остальное дома уже по этюду можете писать уточнительно. Ну, в смысле, не портить это, а дома на другом холсте, может быть, на более крупном, чтобы было где что пописать. Взял с собой пару снимков того, что вы увидели, и дома уже напишите что-нибудь более подробное. А сейчас только этюдный характер. Вот эти игры цвета, композиции. Thank you.
Сейчас вовсю птицы поют, вы слышите, наверное. Это, конечно, добавляет удовольствие. Удары по холсту ребром и плашмя мастихина. И вот мы уже заслонили то, что мы не хотели прописывать. Может, еще и кустичек. Обозначить. Я взял уже даже бирюзовенькую. Взял бирюзовую с желтым, дал очень нарядный зеленый. Можно еще добавить вот такого рода чирков. Касание немножечко с мазочком. Все по вертикали, то здесь чуть-чуть горизонтальный характер листвы, и мы получаем уже другое. И это вот эти горизонталечки усложнят, обогатят нашу зелень, что это будут не только вот такие проявления вертикальные, но и горизонтальные, и мы покажем свою какую-то изощренность как исполнителей. Даже можно вот там намеки только на красноту, а мы можем даже усилить эту красненькость кончиков листвы. И тоже будет прикольно. Веточек, вы видите, веточки я кладу, вытягивая, кладу кисть на холст и вытягиваю, идею веточек. Так оно более естественно получается. А заодно и стволик посохшего деревца, которое не обязательно делать прямо посохшим. Немножко листвы можно подсунуть ему. Ну и оно тоже нам позаслоняет. И обогатит содержанием передний план. Царапки, которые я сделал мастихином, вы видите, остаточные, тоже хороши там. Они вполне тонки. Кистью сейчас проблематичнее сделать тонким. А царапка дала тонкость. Ей вторит уже густая краска. И уже нет ощущения, что это только нацарапано. А наоборот, даже кажется, что это кто-то
тонко, что художник тонко сработал. Поскольку у соседних деревцев есть листики, вот там примерно такой же кустик, мы и этому растению дадим листики. Не густо. Ну вот так вот. Чтобы эта рябь слилась, списалась с рябью дальнего плана, и зритель не ждал от нас выписки этого переднего плана. Ой, дальнего плана. Второго плана. А заодно, чем больше что-либо заслоняет, тем больше эффект пространства. Вот такая прозрачненькость дает легкое ощущение выписанности. Единственное, стараемся листики укладывать, всегда стараемся их укладывать не решетом, а стайками, зигзагом, чтобы вообще не было эффекта решета. И этим же стволиком чуть-чуть темность. С теневой стороны чуть-чуть темности. И мы вполне выявили их круглый характер. Чуть-чуть заслоним. Сейчас скала любезно освещена, и можно немножко упаковать ее тонально. Я взял чуть зеленее, чем до сих пор, чтобы показать идею. Ну, то есть чуть теплее зелень взял, чтобы показать идею освещенности скалы. Лежачая кисть. Прямо обращаю ваше внимание на лежачую кисть. Удобно укладывает краску в таких случаях. И вообще мы чаще пользуемся именно лежачей кистью. Лежачей к холсту.
плотность горы увеличилась, она как-то материализуется. И та синька, которую мы изначально заложили, она помигивает и дает ощущение дали. То есть, что гора вдали. Сиреневый сейчас взял синеву и розовизну. И вот эти структуры скалы, которые сейчас выпуклились. Вот этой сиреневизной чуть-чуть снабжаю, что тоже дает, вы видите, более четкую структуру. Лежачая кисть, то ребром, то плашмя. Прямо к воде подходят эти щели, ущелья мелкие в скале. И отражение. И подрежем эти отражения. И гора села на плоскость воды. А здесь как бы сформировалась тоже тенечка. Фактически у нас освещена только верхняя часть горы. Это получилось немножко в процессе работы, и этим уже стоит воспользоваться как неким красивым манком в картине. То есть здесь у нас теперь залегла тень. Вы видите, сиреневым цветом я погасил рыжесть скальных плешинок. А здесь наоборот немного подожжем разбелом кадмия красного светлого.
вы видите, по мере разработки скала все больше приобретает прописанный характер и тянет за собой всю прописанность картин. Кажется, что картиночка практически прописана. Тоже посадим на плоскость воды. Там мощное оттенение дает мокрота. И синеватые тени. Бока. Даже если они бы не казались синими вам, следует увидеть их синими. Сейчас я вижу, там возле скал на Галаре проплывает махонькая яхточка. Беленькое пятнышко, оно как раз даст эффект соразмерности всему, что мы рисовали. Вместе с яхточкой я дал следочек от нее, который от ее движения остается. Сейчас успокаиваю динамику этих облаков, чтобы они просто плыли, не было там ничего активного. И на этом, я думаю, этюд закончен. И вас тоже приглашаю на это красивое место.